Я бы сделал свою работу произведением искусства. Я хотел бы, чтобы то, что я делаю, всеобщее восприятие меня, всеобщее взаимодействие со мной, все обсуждения, разговоры, отношения со мной, было событием, в рамках которого они увидят, кто они есть. Я бы сделал из своей жизни произведение искусства. Я полагаю, что этот вопрос чаще всего задают мне люди, которые хотели бы внести позитивный вклад в устойчивое будущее и здоровую окружающую среду. Нужно сделать так много вещей, что иногда это кажется невыполнимым. Я пытаюсь напомнить всем, что никто не обязан делать все сразу. Но если каждый из нас будет следовать своему сердцу и своим наклонностям, мы найдем маленькие вещи, которые мы можем сделать, и вместе мы придумаем достаточно, чтобы создать устойчивое будущее и здоровую окружающую среду. Мы должны остерегаться приобретения неоправданного влияния, желаемого или непрошенного, со стороны военно-промышленного комплекса. Мы устали от аристократических объяснений гарвардскими словами. Советов я не люблю. Мне нужно подакивание. И каждый рисовал себе картину счастливого будущего по-своему, в зависимости от того, чего был лишен в настоящем. Нация-производитель во всех смыслах этого слова зависит от других. Посмотрите на Англию. Отрезанная от мировых рынков, ее ждут нищета и разруха. Насколько это зависит от курса этого правительства, наши отношения доброй воли и дружбы будут усердно культивироваться со всеми народами. Выражая нашу благодарность, мы никогда не должны забывать, что высшая оценка заключается не в том, чтобы произносить слова, а в том, чтобы жить ими. Конформизм – тюремщик свободы и враг роста. Родители всегда полагают, что в производном их собственных генов каким-то образом воплотится все то, чем им самим не удалось стать. Они не разговаривали, да в том и не было нужды, потому что они держались за руки. На свете нет такой нелепости, которая не имела бы своих защитников среди философов. Превосходные слова. Любопытно, где вы их украли. Не бойтесь врагов, бойтесь друзей. Предают друзья, а не враги. Я дал себе обещание, что буду продолжать идти вперед и сделаю все от меня зависящее, чтобы не соглашаться на компромиссы. Я никому не позволю покушаться на мою неприкосновенность и распускать руки. И лучший совет, который я когда-либо мог бы дать, это все время идти вперед, и не обращая внимания на то, что думают другие, просто идти вперед и делать то, что вы для себя сочтете нужным. Если мое отсутствие ничего не меняет в твоей жизни, то мое присутствие в ней уже не имеет никакого значения.
Половина наших неприятностей вызвана тем, что мы слишком быстро произносим слово «да» и недостаточно быстро слово «нет». На саму свободу сегодня утром напал безликий трус, и свобода будет защищена. К нам пришла великая трагедия, и мы встречаем ее с лучшим, что есть в нашей стране, с мужеством и заботой о других, потому что это Америка. Вот кто мы. Нам не следует оглядываться назад, если это не для того, чтобы извлечь полезные уроки из прошлых ошибок и с целью извлечь выгоду из приобретенного дорогой ценой опыта. Свобода, когда она начинает укореняться, становится быстрорастущим растением. Я думаю, когда видишь пожар самолета, эти сердитые черные клубы дыма, зная, что один из них может тебя убить, ты понимаешь всю серьезность миссии. И вы понимаете свою собственную смертность. Вы не можете быть президентом Соединенных Штатов, если у вас нет веры. Вспомните Линкольна, преклонившего колени во времена испытаний в гражданской войне и все такое прочее. Когда ты молод, то думаешь, что секс – это кульминация близости. Позже ты понимаешь, что это едва ли ее начало. Лишь на свободе жить любви дано. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что-то непереносимое, немыслимое. Смелость и трусость здесь ни при чем. Если падаешь с высоты, схватиться за веревку – не трусость. Если вынырнул из глубины, вдохнуть воздух – не трусость. Это просто инстинкт, и его нельзя ослушаться. Войну ведет правящая группа против своих подданных, и цель войны – не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй. Я небольшой поклонник регулирования. Любой, кто любит свободу прессы, не может им быть. Единственный способ сохранить секрет – никогда его не иметь. В каждом булыжнике дремлют искры, надо уметь их только высечь. Возраст женщины, которая всех критикует, называется критическим возрастом. Грамотные люди могут жениться по объявлению, безграмотные только по любви. Девушка, прозевавшая несколько партий, считается беспартийной. Лига арабских государств говорит нам пойти и уничтожить Каддафи. Мы уже потратили миллиарды долларов на Лигу арабских государств. Миллиарды долларов, потому что нам сказали это сделать. Почему они не платят за это? Им не нравится Каддафи. Каддафи был ужасной занозой в их боку. Если вы заинтересованы в том, чтобы сбалансировать работу и удовольствие, перестаньте пытаться сбалансировать их. Вместо этого сделайте свою работу более приятной.
вечно брюзжат, всех поносят и никого не любят именно те люди, которые всеми нелюбимы. Когда женщина не спускает глаз с мужчины или все время отводит их от него, все сразу понимают, что это значит. Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным? Это приучить его не встречать ни в чем отказа. Хорошее употребление времени делает время еще более драгоценным. Он требует от меня самой малости, всего только согласиться навесить на себя ярлык. Я родился, чтобы удовлетворить свою громадную потребность в самом себе. Всему можно выучиться, даже добродетели. Закрой глаза, и ты увидишь. Для любви необходима разница во вкусах и мнениях, мелкие обиды, примирения, слезы, все, что может взволновать чувствительность и пробудить повседневную заботу. Несчастье способно развратить только слабые души. Сильные, проходя через него, очищаются. Есть два типа людей. Одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: «Куда катится этот мир?» Человек с характером редко обладает милым характером. Никогда не судите о незнакомце по его одежде. Экономию я считаю добродетелью, и ее должны практиковать все. Нет, конечно, другого способа вложить деньги, кроме как в образование детей. Человеку свойственно превыше всего ценить и желать того, чего он достичь не может. Человек никогда ни от чего не отказывается, он просто одно удовольствие заменяет другим.